Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове протоиерей Вадим Буренин. Здравствуйте, батюшка. Приветствую вас. Благословение Господне на вас. Спасибо, Господи, батюшка. Я озвучу тему нашу сегодняшнюю. А наша сегодняшняя тема – это православие и телевидение. Дорогие телезрители, просим вас звонить к нам в студию в Санкт-Петербург. Наш телефон 812-677-62-44. Батюшка, какое место православия сейчас занимает на нашем телевидении? Важное очень место, потому что мы говорим о том, что является важнее различных политических вопросов, политических каких-то проблем, хотя их пытаются ставить в угла угла. Но, тем не менее, духовные вопросы являются важными, и для любого жителя нашей страны они являются очень актуальными. Поэтому православное телевидение занимает для православных христиан самое важное место, а для неправославных христиан оно вызывает неподдельное у кого-то любопытство, у кого-то уважение, у кого что. Но, тем не менее, люди интересуются. И многие и неверующие смотрят наше православное телевидение, потому что у многих возникают вопросы, и люди хотят познакомиться с православием. Батюшка, а если посмотреть с точки зрения того, каким источником информации для, может быть, светского телевидения является православие? Важным источником, потому что мы говорим от лица церкви. То есть мы первый источник. И поэтому каждое наше слово, оно расценивается светской прессой как позиция церкви. Ну, вот регулярно в наших СМИ всплывают те или иные провокации, связанные с церковной жизнью. И складывается такое впечатление, что церковь на телевидении является уже не источником, может быть, нравственности и духовности, а именно каких-то таких скандалов. Вам так не кажется? Ну, даже очень кажется. Но, говорят, когда кажется, тогда крестится. Поэтому я каждый раз молюсь и прошу Господа, чтобы Господь вразумил и просветил тех людей, которые стремятся лить какую-то грязь на церковь. К сожалению, негативное воздействие средств светской массовой информации на церковь очень велико. Но оно не является чем-то новым. Вспоминая историю, в царской России была тоже целая кампания против царя Николая. В средствах массовой информации писали различные негативные статьи об святом праведном отце Иоанне Кронштадтском. Ну, про советский период и говорить не приходится. Здесь уж старались очернить церковь как только могли. Поэтому здесь мы наблюдаем борьбу сил зла с Церковью Христовой. И это борьба за души человеческие. Тем более, что ситуация сейчас в нашей стране непростая. После десятилетий безбожия много умов и душ, которые являются бесхозными. И вот за эти души идет и невидимая, и видимая брань. Батюшка, нам уже поступил один из первых звонков, и вопрос был таким. Почему на светских телеканалах, как вы считаете, не показывают православные фильмы? Ну, на сегодняшний день мы видим, что телевидение, оно прежде всего выражает интересы своих владельцев. А они стремятся к тому, чтобы извлекать какую-то прибыль, желательно как можно большую. И здесь стремятся пускать те или иные фильмы, которые больше привлекут внимание, и тем самым владельцы канала будут в прибыли.
православное телевидение учит духовности, говорит о нравственности. Такие фильмы представляют интерес для небольшой части нашего населения, к сожалению. Более популярными являются передачи, в которых льется кровь, какое-то насилие, пропагандируется злоба и ненависть. Враг рода человеческого всячески пытается предоставить людям такое зрелище, которое было бы завораживающим, которое было бы легким для восприятия. А православные фильмы требуют от человека серьезную духовную работу над собой, больших усилий и немалых знаний, кроме всего прочего. Батюшка, но все равно встает вопрос при просмотре любых телеканалов, чему верить и, может быть, что смотреть действительно? На различных светских телеканалах, например, по телеканалу «Культура», там «365 дней» там, и так далее, есть немало передач, которые могут смотреть православные христиане. Это интересные документальные фильмы, это интересные встречи с удивительными людьми. И такие передачи являются, на мой взгляд, очень важными для нашего общества, которые помогают в становлении нашего общества. И поэтому здесь нужно проводить такой очень серьезный выбор каждому человеку, что смотреть, а что не смотреть среди этих многочисленных каналов. И я думаю, что каждый может обратиться и к своему духовнику с вопросом, что ему будет смотреть более полезно, а что будет не полезно смотреть, потому что у каждого разный образ жизни, вот, и разные запросы, и духовник может в этом вопросе помочь так, чтобы телевидение не навредило человеку. К сожалению, многие пытаются сами от себя выбирать те или иные передачи, проявлять тот или иной интерес. У них возникает очень много вопросов, на вопросы люди не в состоянии ответить. И, к сожалению, стесняются и к духовникам обращаться, или духовно-опытным пастырям, которых у нас в городе немало. Вот, и во многих храмах есть опытные священнослужители, к которым можно обратиться, можно прийти в воскресную школу. У нас прекрасные епархиальные катехизаторские курсы, которые тоже можно посетить. Есть возможность практически у каждого жителя нашего города получить духовное руководство. И я, конечно, искренне желаю, чтобы наши горожане этим воспользовались. Спасибо, батюшка. У нас поступил телефонный звонок от раба Божьего Бориса. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем внимательно. К сожалению, по техническим причинам у нас звонка нет. Батюшка, К сожалению, когда у нас сейчас в средствах массовой информации очень много говорят о политике, о различных проблемах, стремятся как-то опорочить церковь, тем самым наносят сильнейший удар по единству нашего общества. Каждый раз это ведет к какому-то очередному разделению. И мы наблюдаем смущение, которое возникает у многих людей от очередного какого-либо соблазна. А мы знаем, что по Священному Писанию горе тем, через кого соблазн приходит. И вот многие люди этого не понимают, не осознают. И пытаются враждовать с церковью, не отдавая себе отчета в том, что тем самым наносят серьезный вред нашему обществу, которое и так является на сегодняшний день больным. И здесь вот добавляются еще дополнительные болячки. Это, конечно, беда, это трагедия нашего времени. И мне бы хотелось, чтобы наши власти очень серьезно относились к этому вопросу, к этой серьезнейшей теме. Вот. Как мне кажется, наше министерство культуры, образования, науки на сегодняшний день
должны стать в структуре нашего общества на самую высокую ступеньку обеспечения государственной безопасностью. Вот. Потому что это будущее нашей страны. Каким оно будет, зависит от того, ну, что мы сейчас посеем. А мы знаем, что и слышим, что проблем на сегодняшний день непочатый край споров, скандалов. И вот это не добавляет нашему обществу духовности, но наоборот, сеет вражду, сеет ненависть различную и играет на руку врагам, которые и внутри нашей страны, и вне ее. Ну, собственно говоря, если бы у нас все средства массовой информации очень бережливо относились к духовным вопросам, то многих бы проблем, которые у нас были озвучены за последние десятилетия, не было бы. Но, к сожалению, мы имеем то, что мы имеем. Спасибо, батюшка. Но также, судя по Священному Писанию, ведь Господь Иисус Христос принес не мир, но меч. И вот раб Божий Иоанн через нашу группу ВКонтакте задает нам такой вопрос. Как объяснить собственному ребенку подросткового возраста, что вот то, что идет через телеэкраны со светских каналов, далеко не всегда нужно вообще смотреть и далеко не всегда полезно? Ну, прежде всего, надо сказать, что воспитание в семье – это самое важное воспитание для ребенка. И здесь родитель своими правильными действиями должен помочь ребенку сформировать правильное отношение к тому, что показывают на телеканалах. Если родитель не смотрит те или иные телепередачи и объясняет ребенку, почему эти передачи нецелесообразно смотреть, ребенок начинает с пониманием к этому относиться. Я вот тоже многодетный отец. У нас с супругой уже не маленькие дети, подросли, но мы всегда старались их воспитывать так, чтобы они понимали, почему те или иные передачи нужно смотреть, а те или иные передачи не нужно смотреть. Каждый раз мы старались детям очень детально и дотошно объяснять, отвечая на каждый их вопрос. И у нас как-то в семье никогда не было никаких тайн, никогда не было разговоров о том, что вот подрастешь, тогда мы тебе все постараемся объяснить, тогда ты сам поймешь. Мы старались детям говорить всегда правду и объяснять так, чтобы им было это понятно. Причем я просил детей, чтобы они и сами высказывали свое отношение по той или иной телепередаче после вот такой беседы со мной или с мамой, или там с бабушкой. И дети таким образом приучались к тому, что у них сформировалось свое отношение вот к тем или иным телеканалам, к тем или иным передачам. Ну, а сейчас и к интернету в том числе, потому что периодически ко мне тоже дети обращаются с просьбой прокомментировать то, что они прочитали в интернете или увидели. Я стараюсь всегда очень подробно объяснить так, чтобы им было понятно. Настолько, насколько это возможно. Но, конечно, возникают иногда и такие вопросы, на которые ответить очень сложно. И я тогда детям честно говорю, что надо этот вопрос дополнительно изучить. Может быть, где-то и с какими-то специалистами поговорить. И тогда вопрос будет более понятен. Так что это такая кропотливая, очень серьезная работа, для родителей очень ответственная. Нельзя никогда пускать на самотек, отмахиваться от детей тем, что некогда. Ну, как у нас это было принято в семьях, и я, посещая разные семьи, не раз встречал, когда мама говорит: «Ой, мне тут готовить надо, некогда, там у папы футбол там или хоккей, и тоже на детей нету времени». Вот таких ситуаций быть не должно. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли духовными людьми, мы должны уделять им
то внимание, которое необходимо. И столько времени, сколько необходимо. Я, вы знаете, никогда не жалел никакого времени на своих детей и по сей день не жалею. Вот если нужно было беседовать, беседовал и полчаса, и час, и полтора часа. Иногда даже вот приглашал, когда дети подросли, и посещать наши катехизаторские курсы в церковном доме и воскресную школу для того, чтобы можно было услышать основы христианского вероучения и уже поговорить и дома на эти темы более уже подробно. Спасибо, батюшка. У нас есть звонок от раба Божьего Евгения из Ростовской области. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Батюшка дорогой, православная церковь... Не обращайте внимания на телевизор, пожалуйста. Хорошо. Православная церковь имеет свой канал, «Союз», так же. Но он как бы отделен от всех остальных народных каналов. Государственных. Вот, поэтому не лучше ли было бы для простых людей тут на местах иметь время на нескольких мирских каналах? Ведь это было бы так просто, и больше бы народа было вовлечено в проповеди. Спасибо, да. Ваш вопрос есть. Спасибо вам за ваш вопрос. Я вас здесь полностью поддерживаю. Если бы в нашей стране выделялось на государственных каналах достаточное время для Русской Православной Церкви, я был бы только рад и счастлив. Но, к сожалению, мы имеем то, что мы имеем. У нас светское государство, церковь у нас от государства отделена. И будет возникать очень много проблем, если будет только предоставлено эфирное время Русской Православной Церкви. У нас страна многоконфессиональная, и поэтому здесь вопрос такой очень непростой для решения. Но вот в этом вопросе я вас, безусловно, поддерживаю. И мне бы очень бы хотелось бы, чтобы на определенных общегосударственных каналах уделялось действительно необходимое время Русской Православной Церкви. Ну что ж, может быть, мы до этого периода времени когда-нибудь и доживем. Почему бы и нет? Кто думал, что после стольких лет советской власти появится такая возможность, как сейчас? Мы живем с вами в свободной стране, имеем возможность исповедовать свою веру, независимо ни от каких внешних условий и обстоятельств. И более того, вот сейчас есть возможность такая сидеть здесь вот в студии и совершенно спокойно с вами разговаривать, а вам со мною, не боясь, что вас куда-то вызовут, где-то вас призовут к ответу и последуют какие-то, может быть, даже и репрессивные действия по отношению к вам там или ко мне. Я считаю, что то, что есть, это тоже большое достижение, и нам надо дальше двигаться пошагово. Я надеюсь, что все впереди. Спасибо, батюшка. Хочу задать следующий вопрос, который нам поступил через группу ВКонтакте. Раб Божий Владимир задает вопрос. Среди верующих людей нередко возникают разногласия по теме искусства, например, театра и кино. Одни считают, что сие есть грех, другие считают, что драматическое искусство вполне приемлемо. Как вы к этому относитесь? Когда я еще был мальчиком, я постоянно посещал Малый театр оперы и балета имени Мусоргского. Сейчас это Михайловский театр. Там был солистом мой дедушка. Дедушка постоянно посещал Преображенский собор, молился в Преображенском соборе, пел там в хоре, по крупным праздникам читал «Апостол». Бабушка тоже постоянно посещала, вся наша семья постоянно посещала Преображенский собор, меня крестили в Преображенском соборе. И вот одновременно посещая и театр, я и слушал, и смотрел гениальнейшие произведения того же, например, Чайковского. Это бессмертное совершенно произведение. И я не вижу ничего плохого в том, что современный человек посетит театр. И в театре
получат для себя определенную духовную пользу. Это помогает каждому человеку в его духовном развитии. Мы слушаем прекрасную музыку Чайковского, в том числе вот и в определенные какие-то дни в Преображенском соборе, когда хор специально исполняет там его, скажем, литургию. Вот. Пожалуйста, можно и в соборе послушать Чайковского, можно и в театре Чайковского послушать. Чайковский был глубоко верующим человеком, очень много молился. К сожалению, вот в последние десятилетия его имя пытаются очернить. Это происходит из Америки, не из России. В России ни при его жизни никогда никто о нем ничего плохого не говорил, царская Россия. Ни после его смерти никогда его ни в чем не подозревали и ни о чем не говорили. Но вот последние десятилетия появилась такая грязь на Чайковского. Но вот, тем не менее, те произведения, которые он написал, являются бессмертными, и они исполняются как в церкви, так и в театрах. Поэтому я считаю, что театр можно посещать и слушать там такие вот прекрасные произведения, которые являются, я считаю, бессмертными. Батюшка, ну скажите. Но некоторые, конечно, вот, говорят о том, что вот была такая традиция, и духовенство не посещало театры. Да, была традиция такая определенная. Было определенное историческое время. Вот. Сейчас у нас несколько иное время. И это несколько иное время позволяет нам на сегодняшний день использовать для своего духовного развития в том числе и театр. Но, опять-таки, в театрах тоже идут разные спектакли, разные музыкальные какие-то представления. И здесь тоже необходимо делать выбор. На некоторые, безусловно, ходить ни в коем случае нельзя, потому что это может навредить бессмертной нашей душе. И каждый раз, когда возникает вопрос, пойти вам или нет в театр, вы можете, опять-таки, обратиться к своему духовнику. И спросить у него благословения на посещение театра и того или иного спектакля или оперы, пойдет ли вам это на пользу. И таким образом решить для себя данный недоуменный вопрос. Мы должны помнить о том, что даже наш Господь был послушен до смерти, смерти крестной. Поэтому, если мы хотим вести духовный образ жизни, то у нас должно быть тоже послушание. В данном случае очень важно, чтобы был духовный руководитель, которому бы такое послушание и осуществлялось. В конце концов, у нас и у патриарха есть духовник. Спасибо, Господи, батюшка. Вы сказали, что даже по отношению к Чайковскому существуют некие провокации. Вот как на те или иные провокации, которые приходят через СМИ, реагировать православному христианину? Прежде всего, молиться о вразумлении тех людей, которые эти провокации создают. Потому что, очевидно, это связано с определенным помрачением ума. Очевидно, это связано с тем, что эти люди являются такими душами, которые бесхозные были, и в них вселился дьявол. Мы помним о том, что святое место пусто не бывает. Если в уме человека, в его естестве не будет Бога, то тогда сознанием завладеет дьявол. Но а у дьявола, как бы Божьего богобративника, всегда задача одна – лишить людей мира и покоя, и всячески пакостить людям, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Поэтому, когда мы молимся и просим Господа, чтобы Господь помог этим людям, вразумил и просветил, тем самым мы оказываем очень важную помощь как этим самим людям, так и себе. Потому что в некоторых случаях мы наблюдаем, как люди впадают в какое-то очень сильное раздражение, в различные искушения, православные даже христиане. А могли бы не впадать, могли бы помолиться. В некоторых ситуациях можно помолиться и всей церковью о том или ином обстоятельстве. Например, ведь у нас неоднократно были призывы, скажем, молиться о мире в Святой Земле. И по всем православным храмам, монастырям молились о мире в Святой Земле. Вот это было такое духовное единение, чтобы Господь
помог. Поэтому вот каждый раз, когда возникают те или иные недоуменные вопросы в связи с тем, что в средствах массовой информации нам подается, мы всегда можем помолиться. И это очень правильно. Ну, а в некоторых случаях нужно и принимать определенные меры, если это не затрагивает чувства верующих. Мы на сегодняшний день тоже можем адекватно отвечать и стараться такое зло остановить. И при помощи тех юридических инструментов, которые есть на сегодняшний день в нашем обществе. Но, опять-таки, ими тоже нужно научиться пользоваться на сегодняшний день. Наша страна в этом отношении тоже является безграмотной в определенной степени, потому что те многие законы, которые на сегодняшний день возможно было бы нам использовать, когда на церковь выливается какая-либо грязь, скажем, призывать людей к ответу за клевету, на сегодняшний день мы не видим соответствующих отработанных механизмов. Это, я думаю, тоже еще все впереди. Помоги нам в этом, Господи. Спасибо, Господи, батюшка. У нас снова звонок от раба Божьего Антона из Нового Уренгоя. Здравствуйте, Антон. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемый батюшка. У меня такой вопрос. Ну, во-первых, я считаю, что самый лучший, вернее, единственный канал, который можно смотреть на телевидении, это ваш канал. Спасибо. И у меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что все остальные каналы на телевидении приносят вред в основном? Кроме вашего канала. Ну, вот это мое мнение. И второй как бы под вопрос. Вот я смотрю по сторонам, вот с кем общаюсь, почти никто не смотрит канал «Союз». И мне как бы этих людей, вот как бы они проходят мимо вот этого сокровища. Вот. Вы как считаете, большая все-таки аудитория, может, я ошибаюсь в этом, как бы, в своей оценке? Спасибо вам за ваш вопрос. Действительно, многие смотрят телеканал «Союз», но хотелось бы, чтобы смотрели больше. Не у всех есть возможность смотреть телеканал «Союз». Я думаю, что в будущем, конечно, охват территории будет все больше и больше, и телеканал «Союз» будет приходить все в больше и большее количество домов. Это на сегодняшний день тоже является одной из серьезных проблем, которая постепенно решается, и я надеюсь, что в будущем она будет максимально решена. В отношении того, что смотреть только этот телеканал, но я сейчас говорил о том, что есть хорошие передачи, правильные, на разных телеканалах, таких как телеканал «Культура», там, например, там 365 дней, еще какие-то телеканалы. Здесь очень важно, чтобы мы понимали, что и на других телеканалах есть православные христиане, которые трудятся тоже на благо нашего общества и создают тоже очень важные, необходимые, правильные и передачи, и фильмы для того, чтобы наше общество становилось более духовным, и отказываться от этих передач, я думаю, было бы тоже неправильным. Спасибо большое. Как вы считаете? Да, я, с вашего позволения, дополню для наших телезрителей. И напомню, что, дорогие друзья, мы призываем вас к активной позиции в вопросе подключения телеканала «Союз» у ваших операторов. Потому что часто у операторов есть доступ к нашему телеканалу на спутнике, но они его не подключают, потому что считают его непопулярным. Если вы, дорогие телезрители, будете звонить своим операторам и говорить о том, что вам нужен телеканал «Союз», то операторы будут идти вам навстречу и будут его подключать. Ну, кроме всего прочего, у нас в Петербурге на телеканалах 100, Санкт-Петербург, есть православные передачи, и они предназначены не только для православных христиан, но и всех наших горожан и гостей нашего города. Многие смотрят также эти передачи и получают духовную пользу. Батюшка, а не могли бы вы рассказать о том телеканале, на котором вы трудитесь? Ну вот на протяжении многих уже лет я веду на телеканале «Ваше общественное телевидение» вот передачу «Время православия».
До меня эту передачу вел отец Глеб Грозовский. Он, собственно говоря, начинал там вести эту передачу. И это были очень интересные передачи, в которые он приглашал и таких известнейших наших священнослужителей, как архимандрит Иннуарий Ивлиев, как протоиерей Александр Степанов и многих-многих других, которые помогли нашим горожанам познакомиться с важной стороной жизни нашего общества, с православием. И на сегодняшний день я продолжаю то, что начал отец Глеб, и стараюсь проводить передачи так, чтобы жители нашего города рассказывали о своей православной жизни, о том, как они пришли в церковь, о тех делах, которые они совершают. Многие ведь не знают о том, что у нас много мирян, которые являются верующими православными христианами и трудятся во всех областях нашей жизни. Это и преподаватели высших учебных заведений, там и университетов, и институтов, и академий. Это и представители медицины, и врачи, и те, кто трудится в этой области. Это и практически представители всех сфер нашего общества. Они рассказывают о своих взглядах, в том числе в своем видении тех или иных животрепещущих вопросов, которые стоят перед нашим обществом. И таким образом передача является совершенно открытой. Она тоже проходит в режиме прямого эфира. Любой человек может позвонить на передачу и задать свой вопрос. Поэтому я надеюсь, что тем самым выполняю благословение нашего священноначалия. В свое время протоиерей Всеволод Чаплин говорил о том, что необходимо максимально использовать все возможности для того, чтобы в средствах массовой информации были передачи, рассказывающие о православии, рассказывающие о духовной жизни. Ну вот я скромно делаю то, что я могу. Батюшка, а не могли бы вы сказать, где наши телезрители могут и ваши передачи тоже посмотреть? Ну, можно попробовать настроить этот канал, телеканал ВОД, в меню автопрограммирования, автозапуск. Ну, если не получается, то есть вещание прямого эфира в интернете. Поэтому передачу всегда можно посмотреть. Передача выходит по субботам в 16:00 до 16:30. Также все передачи есть в интернете в записи. Можно набрать в поисковике «Политпро», и там есть архив всех передач, в том числе с участием отца Глеба Грозовского. Поэтому каждый человек может познакомиться с этими передачами. Более того, оставите свой комментарий, там есть и такая возможность. Спасибо, батюшка. У нас снова звонок от раба Божьего Александра. Здравствуйте, Александр. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Алло, вы меня слышите? Да. Мы вас слушаем, не обращайте внимания на телевизор. Да. Наша семья очень любит канал «Союз» и его регулярно смотрит и поддерживает. Как меня слышно? Алло. Спасибо, очень хорошо вас слышно. Да, продолжайте. Да, мы, во-первых, благодарим и считаем, что через канал «Союз» можно еще больше проводить психизацию, скажем так, и миссионерство для особенно подростков и молодежи, поскольку они сами своими, скажем там, мыслями делятся друг с другом, и это тоже активно несут в жизнь. Но из своего опыта, вот, я знаю, что, допустим, есть такие вопросы, которые
они сами разрешить не могут, а по телевидению больше идет классических моментов, ну, без которых, конечно, нельзя. Тут глубина и познание Евангелия, и основ православия. Все это верно. Но есть такие моменты, которые вошли к нам в жизнь, вот, и они идут с Запада через фильмы, и даже фильмы могут быть сами по себе неплохие, там все время вот эти фразы ключевые. Ну, увидимся в следующей жизни, в прошлой жизни. Законы вот эти вот, скажем, идут... реинкарнации. О них тоже, мне кажется, надо прямо говорить и, скажем, говорить в плане разъяснения молодым, почему они нам не годятся, почему они нам не проходят. Спасибо. Понимаете? Спасибо за вопрос. Спасибо. Можно ли объять необъятное? Объять необъятное, конечно, невозможно. Здесь необходимы православные критики, которые бы работали именно в этом направлении. Я думаю, что это очень большое и серьезное направление. И здесь Русская Православная Церковь стоит перед проблемой, где брать кадры. Потому что в советский период времени духовенства было мало. Возможности заниматься теми или иными вопросами, даже вот этим вопросом, не было вообще. И только с появлением вот такого свободного, независимого, демократического государства у нас сейчас есть возможность в том числе заниматься и этим вопросом. Но здесь необходимы подготовленные люди. И более того, фильмов выпускается очень много, поэтому здесь нужны православные критики, которые бы работали на постоянной основе. Но для них необходима соответствующая зарплата. И здесь идет, перед нами встает вопрос серьезного финансирования. С финансовым состоянием, положением дел в Русской Православной Церкви все очень непросто. За эти последние десятилетия мы восстанавливали многие храмы, монастыри. И это требовало больших финансовых вложений. Только постепенно мы на сегодняшний день стремимся к тому, чтобы возрождалась и наша духовная жизнь. Но здесь тоже все не так гладко проходит, потому что кадры решают все, а кадров не хватает. Страна у нас огромная, и я думаю, что это тоже серьезный вопрос будущего, так как у нас на сегодняшний день появилось много духовных учебных заведений, которые готовят специалистов именно в церковной области. Ну, хотелось бы, наверное, чтобы и в светских учебных заведениях появились кафедры теологические, появились кафедры, скажем, в юридических учебных заведениях, которые бы помогали готовить правильных специалистов, в том числе и на журналистике готовить специалистов в области религии. Но это, я надеюсь, тоже будет все еще впереди. Поэтому вы поставили такой глобальный вопрос, который все-таки требует решения внутригосударственного. Невозможно так вот по мановению палочки нам эту проблему решить. Спасибо, батюшка. У нас есть следующий звонок от нашего юного телезрителя по имени Сергей. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Как влияют мультфильмы на детскую психику? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, я надеюсь, что родители об этом говорили. Наверное, психологи об этом говорили. Очень сильно влияют. Они могут помогать тебе в том числе, в твоем духовном развитии, а могут, наоборот, вредить. Скажем, если на ночь смотреть такой мультфильм, в котором будет много жестокости, будет много ненависти, то не будет ни хорошего сна, покойного, мирного, и с утра будет очень тяжелое, разбитое состояние, как у тела, так и у души. Поэтому мультфильмы могут принести и вред в том числе. Поэтому здесь очень важно, чтобы родители подсказывали, какие мультфильмы лучше всего смотреть и какие мультфильмы принесут действительно пользу. Можно обращаться и к
батюшки на приходе. И на многих приходах есть православные детские психологи, которые тоже могут помочь в формировании правильного взгляда на те или иные мультфильмы. Ну, во всяком случае, не надо лишать себя такой возможности задавать вопросы и родителям, и священнику в храме, и преподавателям в воскресной школе о том, тот или иной мультфильм можно смотреть или нельзя, принесет он пользу или не принесет. Лучше лишний раз спросить, чем самому себе навредить. Поэтому не стесняйся, и ко всем детям обращаюсь, не стесняйтесь задавать вопросы. В данном случае, если приходит мысль о том, что это неудобно, если стыдно, да, может быть, я как-нибудь и так, и без этого обойдусь. Вот этого лучше не нужно в жизни нам осуществлять. Очень важно, чтобы каждый раз при любом возникшем недоумении задавался вопрос, и взрослые помогали этот вопрос разрешить. Спасибо большое, батюшка. И в тему мультиков. Через социальную сеть к нам поступил вопрос от рабы Божией Ольги. Вопрос звучит так. Батюшка, меня беспокоит проблема вездесущей Маши из злополучного мультфильма. Ну, по всей видимости, подразумевается Маша и Медведь. И, в общем, наша телезрительница выражает свое беспокойство и утверждает, что этот персонаж уже изуродовал психику не только детей, но и взрослых. Как вы считаете, вот такие образы, которые встраиваются в медиапространство, а потом используются в мотиваторах, демотиваторах, как с этим быть? Ну, конечно, очень плохо, когда пытаются манипулировать теми или иными образами в тех или иных своих корыстных целях. Это, безусловно, несет очень большой вред как каждой личности, так и всему нашему обществу. Но вот здесь и есть свобода выбора у каждого человека, смотреть или не смотреть. И этого ведь выбора не лишает нас и Господь в том числе. Поэтому я призываю каждого вот ответственно относиться к себе любимому и к тем людям, которые нас окружают. И каждый раз стремиться к тому, чтобы вот как только есть то, что вводит нас в смущение, мы бы старались отходить от этого в сторону. Спасибо, батюшка. А также наших телезрителей волнует такой вопрос. Распространение телевидения, распространение сети интернет, введение в будущем, может быть, единых документов, не является ли это шагами к приходу Антихриста? Но я бы все-таки говорил о том, что православные христиане ожидают второго пришествия Христова. Вот. А то, что нам пытаются навязывать деятельность различных нечистых сил, наверное, это вот попытка уйти от того, чтобы мы были со Христом. Мы должны прежде всего думать о том, что мы живем в церкви православной, и церковь для нас является матерью. Главой церкви является Христос. Поэтому если мы будем жить в этой церкви во славу Божию, то в нас будет обитать благодать Божия, и это будет для нас самым главным. И тогда и средства массовой информации, СМИ, мы будем рассматривать как те, которые могут помочь в деле нашего спасения, как, например, телеканал «Союз» и какие-то те или иные передачи на тех или иных телеканалах. Или, наоборот, могут повредить нашей душе, и у нас есть выбор не смотреть эти передачи и не принимать участие в тех или иных, может быть, даже телепередачах, если кого-то на телепередачи приглашают. И таким образом сохранять себя от всякого зла, от всякой скверны и быть непорочными, прежде всего, перед лицом Божиим, потому что мы должны искать славы Божией, и мы должны стремиться к тому, чтобы наша жизнь была жизнью во Христе, и помнить о том, что мы призваны в Царство Небесное. Вот это для нас должно быть самым главным. Ну, а то, что силы зла пытаются в этом мире всячески нам пакостить, мы тоже должны помнить, но должны помнить о том, что если мы будем жить по заповедям Божьим, то с нами будет Бог.
И это должно быть для нас самым главным. Мы должны пред лицом Божиим иметь такой страх благоговения, чтобы мы не согрешали. Иметь такую любовь к Богу и ближним, которые бы позволяли нам быть духовными людьми. Людьми, вокруг которых и другие люди спасаются. Ведь, как говорил преподобный Серафим Саровский, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот что для нас должно быть ориентиром. Спасибо, батюшка. У нас снова звонок. Теперь от рабы Божией Ирины. Здравствуйте, Ирина, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хочу поблагодарить вашу передачу, потому что я чувствую, что вот как я сама изменилась, когда стала смотреть эту передачу. Спасибо. Раньше меня интересовали вот каналы астрологические, вот эти мистические, 65-й канал, какие-то там новости «Первая Россия». А теперь я включаю в 5 утра телевизор, и с этого начинается мой день, с утреннего правила. Вечером после работы прихожу, вечернее правило, и такая радость на душе. Просто я не знаю, мне не хочется переключаться с вашего канала. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Я очень рад, что вы смотрите наш православный телеканал «Союз». Рекомендуйте его смотреть и вашим друзьям, вашим близким, знакомым. Рассказывайте об интересных передачах, которые вы слышите, вы видите на нашем телеканале. Помогаю вам в этом, Господь. Тем самым вы будете участвовать еще и в миссионерстве. Спасибо, Господи. Отец Вадим, скажите, пожалуйста, существует до сих пор еще в нашем обществе, в основном в кругу более старшего поколения, представление о том, что телевидение, особенно Первый канал, подает, так сказать, самую объективную, самую правдивую информацию. Скажите, пожалуйста, телевидение претендует ли на объективность? Ну, безусловно, оно претендует. И любая информация подносится именно как вот самая, что ни на есть, объективная информация. Но, к сожалению, иногда люди заблуждаются, иногда подается и информация, которая является непроверенной, и тем самым она наносит очень большой вред, и нравственные ценности тем самым нашего общества страдают. Поэтому здесь очень важно, чтобы, помня о том, что по Конституции у нас есть свобода средств массовой информации, тем не менее наше общество помнило о нравственных, о духовных ценностях и старалось делать все для того, чтобы эти ценности ставились во главу угла. Но мы видим, как те или иные политические интриги, игры какие-то привносят вред в жизнь нашего общества. Мы наблюдаем на протяжении вот уже последних десятилетий очень много различных и скандалов, и вылитой грязи различными, ну, например, политиками друг на друга. Но это не приносит позитива в наше общество. И, наверное, о некоторых вещах было бы лучше нашему обществу и не знать. Потому что, как говорит Священное Писание, о таких вещах даже и говорить не хочется, и вслух произносить этого не хочется, потому что это такая скверна, на которой не должен ставиться акцент. Акцент должен ставиться именно на духовном, именно на нравственном. И, ну, вот скажем, когда я приезжаю в другие страны, там, например, в Германию, там еще в какие-то страны, я вижу, что на телевидении стараются проводить такую политику, чтобы общество воспитывалось в духе патриотизма, чтобы общество имело определенную систему ценностей. Вот и нам тоже было бы неплохо, чтобы мы все-таки стремились к тому, чтобы на телевидении, ну, может быть, как и в советский период времени, об определенных вещах не говорили, вот, и тем самым не будоражили умы людей той или иной информацией, которая может привести только к разъединению нашего общества.
Ну, это, конечно, серьезная очень тема, очень серьезный этот вопрос, который так вот невозможно решить в одночасье. И мы вот слышим и от многих известных деятелей нашего общества, что нам что-то нужно делать с негативным влиянием средств массовой информации на наше общество. На сегодняшний день оно стало очень велико, и я думаю, что со временем, конечно, мы преодолеем эту серьезную проблему. Мы должны, наверное, и этой болезнью переболеть в том числе. Спасибо, батюшка. Также хочется вопрос задать по поводу телесериалов, которые занимают достаточно большое место на светских телеканалах. И, к сожалению, многие православные в том числе находятся вот в некоторой зависимости от просмотра этих сериалов. Как вы к ним относитесь? Ну, я отношения к ним никакого не имею. Я телесериалы не смотрел и не смотрю. У меня просто даже на это нету времени. У меня не хватает времени в сутках. С утра до позднего вечера я провожу в пасторской деятельности. Нет у меня времени на телесериалы. Дома у нас тоже никто телесериалы не смотрит, потому что матушка, моя супруга, тоже участвует в приходской жизни. А дети учатся, и нагрузка у них такая большая, что на сериалы тоже не хватает времени. Я думаю, что если человек стремится вести духовную жизнь, если у человека есть эта духовная жизнь, то времени на телесериалы не останется точно. Ну, как не знам, не читам, но порицам, ну, наверное, это тоже не будет правильным. Наверное, все-таки должны соответствующие критики, которые просмотрели там те или иные телесериалы, давать оценку им, несут они какую-то пользу или несут они какой-то пользы. Но вот моя жизнь свидетельствует о том, что у меня нет времени на телесериалы, у моих родных и близких. И вот общаясь со своими прихожанами, я тоже вот не слышу, чтобы из них кто-то смотрел телесериалы. Наоборот, все говорят о том, что батюшка не хватает времени и помолиться. Такая вот напряженная жизнь. Поэтому если люди стремятся к тому, чтобы их жизнь была жизнью со Христом, то в этой жизни, ну, наверное, на телесериалы времени не останется точно. Спасибо большое, батюшка, за ответ. И, наверное, последний вопрос, потому что у нас осталось буквально 5 минут нашего эфира. О том, может быть, между чем стоит выбирать? Между телевидением и интернетом. Стоит ли такой выбор? И чем они отличаются, может быть, лучше? Ну, выбор всегда можно сделать. Опять-таки, если телеканал «Союз» невозможно посмотреть непосредственно по телевизору, то возможно посмотреть по интернету, и этим надо воспользоваться. Поэтому каждый раз, когда возникает та или иная ситуация у людей, ну, нужно принять решение. Вот есть возможность у нас в городе смотреть телеканал «Союз» практически в каждом доме, но это и прекрасно. Тут интернет, собственно говоря, не нужен. Хотя, если какие-то передачи хочется и пересмотреть даже для себя, так как они душеполезные, я думаю, можно воспользоваться интернетом и пересмотреть ту или иную передачу с тем, чтобы еще раз получить для себя духовную пользу. И телевидение, и интернет мы должны использовать так, чтобы нам была польза от них. Вот это самое главное. Потому что если от этого будет вред, ну, и мы повредим своей бессмертной душе, это будет трагично и для каждого из нас, и для всего нашего общества. Поэтому вот каждый раз, когда встает такой вопрос, что смотреть, каждый раз надо постараться трезво посмотреть на ситуацию и сделать тот выбор, который будет наиболее благоприятен для нашей духовной жизни. Спасибо, батюшка. Ну, еще есть немножко времени, и хочется спросить о миссии через телевидение. Ведь все-таки телеканал «Союз», его в основном смотрят уже православные люди, а неправославные люди в основном смотрят светские каналы. Можем ли мы использовать их как средство для миссии?
Ну, я не совсем с вами соглашусь, что смотрит только православный телеканал «Союз». Мне доводилось в разных местах наблюдать, как и люди, не являющиеся православными, люди, являющиеся сомневающимися, смотрели телеканал «Союз», смотрели с большим интересом и неоднократно в разных местах задавали мне вопросы. Наш приход занимается большой социальной деятельностью. Мы посещаем медицинские лечебные заведения. У нас на Каменном острове располагается городской онкологический диспансер, который мы посещаем. Там много разных лежит больных, и не православных в том числе. Мы с ними проводим беседы. Я вот вообще регулярно проводил беседы. Проводятся и конференции, и туда приходят люди неправославные, которые тоже мне задают вопрос. И многие интересуются духовными вопросами, смотрят наш телеканал «Союз». И это, скажем, мы окормляем институт мозга человека, и онкологический центр на проспекте Ветерана. И везде, общаясь с разными слоями нашего общества, я встречаю те или иные вопросы и по нашему православному телевидению в том числе. Поэтому я думаю, что наш телеканал «Союз» несет важную миссию нашему обществу и тем самым помогает воцерковлению многих наших сограждан. Поэтому дай Бог, чтобы наш телеканал и дальше внес эту благую весть нашему обществу. Спасибо, Господи Батюшка. И напоследок снова прошу вас благословить наших телезрителей. Боже, на вас, на всех благословения. Храни вас всех, Господь. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня в студии был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, протоиерей Вадим Буренин. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго. До новых встреч.